Всем привет любителям фактории. Итак, у меня тут стала основная задачка. Довольно любопытная, кстати говоря. Давай-ка я кое-что тут проверим. Мы берем 100 камня. Нам нужен песок. Хорошо. Мы производим песок с камня. По камню отдает один песок. Гениально. Я сделаю такую мини-фабрику для начала. Вот так. Вот так. Даже, друзья мои, не пытайтесь спросить, что я сейчас пытаюсь сделать. О, блин, а где мне железную руду-то выдолбить? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну ладно. Пока сделаем понемножечку попроще. Зарядили. Он пошел заправлять. По одному кусочку. Два кусочка. Три кусочка уже получилось, да? А, четыре, значит, песочка. Это 6 кварца. Прекрасно. Ладно, я понял. Давай я так тогда сделаю попроще. Камень преобразуется в песок, который преобразуется в кварц. Частичной толикой камня. Фу ты, блин. Ну. Ну да, это производство будет немножко геморройно организовывать на линии. Ну камень-то ладно, я смогу. Камень преобразовывать в песок. Меня волнует больше железная руда. Мне нужно как-то жилку, получается, выдолбить, пустить по линии железной руды. Это как-то мои планы вот вообще не входил ни разу. Знаешь ли. И что делать? Значит, организовывать дополнительное производство. Угу. Короче, сделаем дополнительное производство. У нас как идет, получается? Еще и уголь будет нужен, ё-моё. Собрать. Так вот. И мы производим. А если я включу здесь производство, к примеру, 20 песка за 10 камня? Да, у нас получится. Ладно. Давай тогда уж по максимуму пойдем. Стоп, у нас здесь получается сколько? Два камня за один песок.
Здесь у нас получится тогда за 10 камня 20 песка. Ой, что-то я, бляха, с модами, знаешь, намудрил по ходу дела. Просто ехать дальше некуда. Почему этот кремний именно используется? Вот же есть кремний у меня. Кварц. Или кварц это не кремний? Ага. Кварц это кремний, да. Погоди, а если... Я засуну кварц в эту печку, я получу стекло, да? Хорошо. И засуну этот кварц в печку, я получу кремний. Пристрелите меня. Я понимаю теперь, почему было написано. Этот мод нежелательно использовать с другими. Может негативно сказаться на психике. Так, ты меня хоть тут перерабатываешь немного, спасибо. Так, хорошо. Теперь мы делаем как? Мы за 10 камней производим 20 песка. Погнали. Что у нас в итоге тут получится? Ох, я чувствую, я сейчас намучу такую бабуйню. У меня камня получится. Тут вряд ли, конечно, так получится. Не, ну хотя, давай посмотрим. Это интересный момент будет. Возможно, я смогу сделать круговую порубку камня. Надеюсь, по крайней мере, конечно, это... Тут хоть и бредятина, но все ж таки. Так, чего тебе не хватает здесь? Так. Ты мне почти уже все наделал. Друган, что-то ты как-то, блин, быстро. Работает-то хорошо, слушай. Где там чё, не одна бойма пол? Несколько. Ну, по одному. Я ему 6к положил в стали. И побольше положил, но уже осталось 5,5. 5к осталось, да. Там 2к уже потом. И 3к. Ладно, хрен с ним делается. Сколько сделать, столько сделать, не считая этого. Это интересные разборки, блин. Девятнадцать. Еще его есть. Опять нападаете, козлы. Угу. Блин, слушай, они ваники чё, реально такие тоже шустрые, как не знаю что. Лошары. Смотри. Я же говорил, они будут с краю переться, уроды, блин. Я их вот ненавижу за это. Это пока маленькие толпы, кстати говоря. Скоро будут большие. Скоро дойдет до сюда, и они отсюда вот так вот пойдут. Что у нас получилось в итоге? Алиен гипермодули у нас уже по 2% дает. Но и энергии, конечно, он потребляет, мама не гори. Да, блин. Что у нас будет выглядеть это производство? Мне камень пускать по дорожке или песок все-таки?
У меня сейчас мозг лопнет. Нет, будем, короче, камень пускать. Пусть идет камушек. Здесь я все тогда деликвидирую. А! Блин, они выжили так, смотри, конкретно. Ладно, вы у нас здесь отработали свое, ребят. Спасибо вам большое. Так, насчет этих. Это у нас лонг. Тренеры, я понял. Лонгов пока трогать не будем. Я могу сделать немножко похитрее, конечно. И, скажем, вот так вот это все разъединить. После чего могу поставить еще несколько буров. И обходным конвейером, даже без обходного конвейера, я могу это все всунуть. Вот сюда по второй линии, скажем. Как считаете, стоит это делать или нет? Я вот считаю, стоит попробовать. У меня по второй линии... А, вот зачем сюда? Все пошло вот так вот. Но для подстраховки надо будет поставить еще. У камня будет не хватать. Такая зараза. То она есть, то ее нету. То я так много, что не знаю, что с ней делать. Это что еще? Базифир. Да. Он карбон делает? Интересно. Погоди-ка, он карбон, кажется, делает. Интересней. Если он реально делает карбон, интересная штучка получится. Понял. Ну ладно. Конечно, размещение этого производства. Это полный дурдом. Почти полный дурдом. Нет. Так, и мне нужно будет, чтобы он выходил вот сюда. Было сделать по-другому, если че. Но я легких путей не ищу. А, давай так я сделаю вообще. Притык его поставлю. А, нет, притык лучше не будем, чтобы потом в случае разрушения мне понять вообще, что сюда могло идти и зачем оно нужно было. И будет мне как всегда. О, что это такое? А нахрена оно здесь идет? Так, кстати, по поводу патронов. Давай-ка я выложу эти патрошки между нашими домочадцами. Свинец пока трогать не буду. Опс. Выложил, называется, патрошки. А, так вы так не выкладываетесь. Мне вот сюда надо выкладывать. Затупил. Сорян, бывает. Так, ладно, пошли лабу продать. Здесь модули делаю.
один, да? Ну, второй уровень не первый. От 4, блин, а можно побольше, а? Нужно больше мяса, я так скажу. Это мясо может меня в порошок стереть. Тоже плохо будет. Так, ну они здесь пошли добывать, по сути. Уже все встало, да? Так, не железо пусть по линии. Блин. Железом и так напряг, мне неохота пускать его по линии. Так, Iron Dust. Две штуки. У него получается железная руда. Точнее, железной руды получается Iron Dust. Обратно в железную руду его не переконвертируют, да? Это значит, мне надо по-любому пускать будет железную руду, жилку. Не полную, но придется. Вот это как-то все еще соединять надо будет. Так. Да, ты сюда. И я даже не знаю, что и сказать, друзья мои. Это, конечно, сейчас будет у меня схема. Сразу скажу. Просто тупо. Прощай рассудок. Так. А мне надо до сюда. Камушек. Прощай. Боже. Так, пока мне этого хватит. У меня есть, конечно, идея как-то организовать немножко по-другому. Но все равно мне, насколько я помню, надо будет пускать еще там кварц, как минимум. Так что камень, да. И железную руду сейчас будем, друзья мои, пускать. Вариантов не имеется. Железную руду. Ее лучше не отсюда пускать. Куда-то от входа сюда. Потому что эти-то печки я буду оставлять, там буду все сносить, и потом же я не смогу определиться,
что к чему шло. Надеюсь, хотя бы у меня будут, друзья мои, шанс. Я думаю, логично сделать, к примеру, вот так. Так вот можно сделать. Места побольше будет. Да, сделаем пока вот так вот. И надо будет как-то отсюда это все завести. Вести-то не проблема. Проблема, что в это можно было разобраться, что куда ты заводил. Хорошо, отсюда мы повели конвейер, блин. Через поля до леса. Так, ну и где у нас будет идти наш горе-конвейер? У нас второй есть, значит, он будет сверху. Да? Да. Значит, он будет у нас сверху. Предположим... Для лучшего стыка будем использовать так вот темку, и для более лучшей профориентации вот так вот здесь так. Ну, я считаю, более-менее оптимальный вариант. Но мне надо будет, чтобы он шел по одной линии. Для этого делаем вот так и так. Потому что по второй линии придется что-то другое пускать. Как я ненавижу вот такие головомойки. А, у меня же... Это хоть всего хватает, друг мой. А, ну он уже забитый полностью. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А он железо купил. Если, да? Да уж. Так, камень будет. Ток тебе будет даваться с помощью камня. Далее поехали. Вот это вот, да. Значит, нужно будет уголь и кварц. У нас получается и компоненты для стали. Давай тогда сделаем пока пару компонентов для стали. Предлагаю, ради интереса. А, кварц еще надо переплавлять. Если так просто даском королевстве. И что делать с компонентами для стали? Тоже в переплавку. Давай попробую. Ничему не удивлюсь. Да, она плавится. И что получается? 11 ящиков, хотя там было 12.
Так. Главное получать камень. Здесь он главное будет получать песок. Ему надо куда-то потом будет выводить камни, которые будут. Я сейчас тогда сделаю попроще мини-схему, друзья. Смотри, как кварц хорошо копится. Ну, кварц, смотри, сколько получается. Не кисло. Так, мы изучали урон от пуль. Чудно. Где эта гребаная скорострельность? Подскажешь? Эффекты, новая турель. Погоди. Новая турель. Bullet speed я изучил. Да. Я не изучил этот bullet speed. И еще у нас там изучаем. Пока единственное, что я могу сделать более-менее оптимально. Так, 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 так. У меня скорость повысилась. Плавит-то он довольно-таки, конечно, медленно. Им желательно бы уголь подвести к этим печкам. Но уголь и здесь, зараза, нужен. То есть все равно я буду подводить уголь через печки. Да, да, хорошо. Давай-ка попробуем вот это вот сейчас все убрать нахрен. И примерно сделаю расстановочку, как это будет все выглядеть. То есть у нас... идет хреновина, которая преобразует мне камень в песок. Все. 20 камня. Говорят, до хрена. Слишком даже дофига. Ну, 2 камня на 1 песок тоже не вариант, друзья мои. Но. Погоди, я что, в руках могу кремний делать? Я бы сказал пару слов, ладно. Мне в руках это делать не интересно. Далее. Мне нужно передавать песок. Делался кремний. Все. Кремний мне выдает кварц. Камень. Я не знаю, короче, что он там выдает. Дальше. Эту хрень надо переплавлять. То есть... у нас идет печка переплавки. Здравствуйте. Она переплавляет это вот в это. Положу. Вот, она переплавляет это вот в это. Но у нас также еще и камушек будет. Но камушек мы, скорее всего, поставим в лапку. Чтобы она камушек отдавала обратно. Ну, так сказать, некий двойной, что ли, профит. Да? Да, хорошо. Этот у нас кварцу дает. Этот у нас, получается, ничего не дает. Этот будет перекладывать туда-обратно. 5 раз, потому что ему дело больше. Хорошо, дальше. У нас идет вот это вот ботва. Пропустим. Который производит нам с помощью кремния, железа. Ему получается, конечно, не лежачего. Это вот ботва у нас с помощью железа, угля,
кремния, которые отсюда будут переходить, делает нам пакеты стали. Угу. Так, давай постройся. Здесь я смогу организовать, к примеру, чтобы уголь передавался. Здесь, чтобы он как раз забирал мне, получается, двумя лапками. Вот так вот он уголь будет забирать. Так здесь будет, так здесь будет. Здесь он отсюда будет брать и вот вверх выкладывать. И вот он отсюда брать. Сюда выкладывать. То есть железо, уголь я подвел. Все. Тут. Дальше. Мне нужно будет опять делать вот такой вот фин. Чтобы у меня стала печка, которая будет переплавлять мне эту вот хрень. Печка будет это выкладывать все на, ну, вместо конвейера сунуть. Маленькая схема получилась. У меня, конечно, есть там схемы тройнички, но это будет больше. Может, их боком расположить, а? Хо-хо-хо-хо! И смотри, какой там грядка, смотри, какая побежала. Японская блоха. Вы сейчас серьезно? Хрена там грядка побежала, ты смотри. Ого. Грядочка такая линейная, рынь. На осмотр, блин, территории, да? Чисто теоретически, я вот думаю, одного завода там не хватит или как? Давай проэкспериментируем с другим. Для начала. Мне очень интересно. Если я сюда загружу 100 камня, сколько у меня всего для этого дерьма получится? Ну, я по сути думаю, друзья, вам тоже. Вот, пока пошли посмотрим, сколько патронов у меня там накрафтилось. Но примерную схему я уже сделал. Вот ее как только расположить. Одной не хватит, это надо штуки 3. Я их скопировать, скорее всего. И просто их вот так вот вдоль поставлю. Тут разделю, как бы вот так вот, и вдоль их поставлю. Пусть они потом мне куда-нибудь на конвейер это все сбрасывают. Мне пластины эти стальные нужны позарез покупать, у меня их, баба, блин, нету. Ой, господи. Да уж. Весело тут сталь производится. Это раньше, я помните, когда еще сидел, ругался, что вот, положите мне хэ в рот. Сталь ужасно делается, не знаю, как ее производить. Вот, пожалуйста, вам. Вот теперь я знаю, как ее производить, мне немножко дурно стало. Точнее, это стальные пластины. Сталь просто производится же. Так, у меня есть 6 косарей патронов. Давай-ка я туда сбегаю и немножечко проалгрейжу первоначальные ряды турелек. И как раз их немножечко дополню. Дай-ка я мелкокалиберная, конечно, 22. Не, ну лучше, чем это по-любому. Но по хп-то, кстати, она вроде поменьше. Да, хп-то мне вот всего. Помимо хп нам эффективность нужна, а главное это не забывать.
Уделим как? На 1000, на 500, потом 250 и по 125 пихаем? Да нет. У меня не так много патронов. Значит, пятихатку мы делим. Потом 125 раскидываем. Подойдет. Ладно, друзья, тогда займусь пока немножко переделками, переперделками. Пригодится. Сейчас патроны позабираю. Потому что надо это делать как можно раньше. Потом будет поздно. Ну, а на этом серию, пожалуй, закончу. Кому понравилось, ставьте лайки. Комментарии, опрос оставляйте под видео на YouTube. Я еще подумаю, как с этой схемой мне быть. Сейчас пока патроны заряжаю. Ну, вероятнее всего, я так ее оставлю. Потому что довольно-таки... Ну, в принципе, эта схема неплохая. Да, есть свои косяки, есть свои минусы. Везде есть свои минусы. Этого не избежать. От этого никуда не деться. Но обновлять турели надо по-любому. Так что вот как-то так.